И всем привет, ребят, с вами Ник. Как вы поняли по названию этого видеоролика, я буду выполнять задания, которые я вам уже задолжал. Простите, да, и сразу извиняюсь за то, что не было долго видеороликов, потому что у меня был перерыв, так сказать, после того, как мы сняли фильм, я выложил еще парочку видеороликов. Ну и плюс еще там учеба началась, кстати, с тех с 1 сентября, который прошел уже давно. Еще перед началом видеоролика хотел... И, кстати, ребят, перед началом этого видеоролика я хотел вам напомнить, чтобы вы подписывались на мой канал и ставили лайки, оставляли комментарии. Это очень важно для моего YouTube-канала, потому что YouTube аналитика видит активность, и она у меня сейчас у меня упала после того, как фильм у меня прошел, и активность упала. В общем-то, спасибо всем тем, кто сейчас это выполнил. Вы у меня самые любимые. Идите сюда. И, кстати, ребят, у меня есть одна мечта, и я думаю, мы с вами ее сможем осуществить. Я хочу набрать 1000 подписчиков, и тут добить осталось всего ничего. Вот посмотрите, сколько сейчас вас. Да, и это уже много. А 1000, это будет просто... Я думаю, можно набрать до Нового года. А, в общем-то, как-то так. Спасибо всем, кто подписался. Что ж, приступим к заданиям. Первое задание. Посмотри свое старое видео про игру «Однажды поздно ночью». Блин. Неловкое у меня положение. Так, что ж, ребят. Сейчас я буду выполнять задание «Посмотри свое старое видео». Или как там было написано? Короче говоря, буду смотреть свой старый видеоролик про игру «Однажды поздно ночью». Всем привет, с вами Ник. Ну что ж, мы продолжаем играть в эту страшную игрушку, уже вторая часть. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на... Второе задание. Сними видео, как ты снимаешь видео. Удачи. Хорошо. Давненько не снимал видео. Наверное, пойду займусь этим. Задание. Попытайся купить в магазине пиво и скажи, что тебе 18 лет. Не, я, конечно, знаю, что у меня растет роскошная борода. Я выгляжу старше своего возраста. Ну ладно. Здравствуйте. Можно мне вашего самого лучшего пива? И да, мне есть 18. Первое задание. Покрась яйца. Что? Второе задание. Съешь лимон. Блин. У меня обычно лимон всегда есть. Тут случилось так, что его нет. А я не знаю, что мне делать. Съем кусочек лука. Я обещал, я выполню. Без ничего это не вкусно. И горько. Никому не советую. Горько. Задание. Заори на всю улицу. Я дебил. Все и так это знают. Что ж, ребят. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, мы осуществим мою мечту все вместе. Пишите комментарии. Можете, кстати, оставлять вопросы, задания или что-нибудь еще. Я читаю все комментарии, я поставлю вам сердечко. Всем до свидания. Всем пока.